Each other. Деннис Ааба Соренсен потерял свою левую руку 9 лет назад, но сейчас, впервые с тех пор, он может чувствовать предметы так, словно конечность к нему вернулась. Эту возможность мужчине дала инновационная разработка биоинженеров из Италии и Швейцарии. То, что вы видите, это прототип бионического протеза руки. Он работает по принципу обратной сенсорной связи. Хирурги присоединили электроды протеза к локтевым и срединным нервам плеча пациента. Теперь он может не только управлять искусственной рукой, но и чувствовать все, к чему прикасается. Heart. Рука имеет несколько датчиков, прикрепленных к сухожилиям, контролирующим движение каждого пальца. Эти датчики помогают определить уровень напряженности в сухожилиях во время захвата объекта. Мы используем эту информацию, чтобы очень точно стимулировать отдельные волокна в нервных пучках и восстановить реальное осязание. 36-летний Соренсен протестировал руку с завязанными глазами. Направляя соответствующую команду из своего мозга, он брал искусственной конечностью разные предметы и пытался определить их форму и плотность. Это было удивительно. Я вдруг почувствовал вещи, чего не было уже много лет. А тут можно ощутить, что вещь круглая, жесткая или мягкая. Это просто удивительно. Эксперимент длился месяц, затем бионический протез отсоединили от руки Соренсена, и сейчас он опять носит обычный. Между тем, ученые уже работают над миниатюризацией бионического прототипа руки. Правда, им предстоит решить еще одну важную задачу. Next step. Следующий шаг заключается в том, чтобы это достижение адаптировать к долгосрочному применению, чтобы пациент мог пользоваться протезом не 4 недели в лабораторных условиях, а долго, несколько месяцев или лет в привычной для него среде. Этот проект получил название Life Hand – «Живая рука». Бионическую конечность создавала команда ученых из Федеральной политехнической школы в Лозанне и школы перспективных исследований имени Святой Анны в Италии.